Ну где? Видишь, я хотел тебе, садись, я хотел тебе показать, что твои поклонники совершенно разных возрастных групп. Да? Да. Кто-то рождался. Ну, когда на концерте кто-то рождался. Я уверен, что под твоей песней много было. Я хочу тебе сказать следующее. Мы сегодня восстановим справедливость. Ты много лет горбатишься на Макара. И я тебя понимаю, 13 лет. Ну, что там происходит? Я с мать. Понимаешь, пора вот это вот феодальный стой, пора его вот так. Поэтому сегодня, друзья, пускай участники группы «Макар» поработают. Дай, ну дай. Тебе не дает ли? И исполнителя Андрея Державина. Как вы на это смотрите, а? Через несколько секунд они это сделают в нашей передаче или Oh,